Жители ЖК «Город Набережных» уже давно говорили о том, что спортивная площадка в их дворе нуждается в ремонте. С инициативой по обновлению этой площадки они выступили на одной из встреч трудовых коллективов. Теперь во дворе есть площадка для воркаута, футбольная коробка с искусственным газоном, а также сетка с резиновым покрытием для занятий баскетболом и волейболом. Самое главное, чтобы вы на нее приходили тогда, когда вам захочется, чтобы вы занимались спортом, и она помогла вам стать здоровее и крепче. В день открытия начался небольшой дождь, но он не помешал состояться спортивному празднику. Для юных спортсменов провели профессиональную разминку, а после устроили футбольный матч открытия.